С 1 января 2019 года начинается постепенное повышение пенсионного возраста и продлится в течение 10 лет до 2028 года. Утвержденные изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, сообщает информагентство «Северпресс». Для северян первый этап изменения затронет мужчин 1964 года рождения и женщин 1969 года рождения, выработавших 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях, при условии наличия страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. То есть те, кому в 2019 году исполнится 55 и 50 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 55,5 и 50,5 лет. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров. Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции. Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее, работникам, занятых во вредных и опасных условиях труда. Досрочный выход сохраняется полностью без изменений. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности. Также право досрочного выхода на пенсию сохраняется для женщин, имеющих двух и более детей, проработавших в районах Крайнего Севера не менее 12 лет или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. Общий страховой стаж должен составлять 20 лет. Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет. В течение этого периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на 2 года раньше условного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.